Кроуфорд против Бенавидеса. Поединок двух непобедимых боксеров. Принципиальный бой за титул чемпиона. На кого поставишь ты? Переходи на Париматч по ссылке в описании, выбери своего чемпиона и получи денежный бонус. Патрисио Фрейра. То, что произошло в конце, забрало блеск от этого выступления. Но нельзя отрицать, что Хабиб проявил себя выше всяких сомнений. Конор хорошо сражался, оба были монстрами, но Хабиб был лучше. Майк Тайсон. Смотрю за боем Конора и Хабиба. Никогда не думал, что так закончится. Это безумнее, чем моя драка. Стивен Томпсон. Какое же это было безумие. Брайан Ортега. Это дерьмо. Кёртис Блейдс. Король убит. Элье Квинта. Я был на однодневном уведомлении, а Конор постучал. Джо Элленбергер. Кто-нибудь думал, что будет какой-то исход, который не приведет к этому безумию? Джессика Ай. Только что произошла Третья мировая война. Ник Ньюэлл. Это не здорово. Вилл Брукс. ММА – это не спорт. Тони Мартин. Как неуважительно. Ариэль Хельвани. Хаос, драки – это ужасно. Тита Ортиз. Чак Лидел, я надеюсь, ты смотришь UFC 229. Я собираюсь сделать с тобой то же самое. Луис Пена. Хабиб не умеет бить? Крис Вейт. Макгрегор совершил больше фолов, чем игрок NBA. Первый зацепился за перчатку, второй натянул шорты, третий – ноги в клетке, четвертое – колено по лицу на земле, и это даже не предупреждение. Что шутка. Дуглас Лима. Это выглядит как очень длинная ночь для Конора. Также хочется сказать по поводу титула Хабиба. Он был лишен его в клетке, но чемпионом он остался. Ислам Махачев оставил вот такую запись в Инстаграме, и Хабиб по-прежнему чемпион.